Так и не удалось. Чисто более-менее можно было вот там попасть. Нет, там дело там. Как они удалось попасть? На прощание. Люди по-прежнему находятся у входа в кладбище, но по-прежнему нет возможности попасть, чтобы проститься с Алексеем. Поэтому многие уходят, но вместе с тем довольно много людей и остается. К сожалению, не хватило мудрости, скрепности, не знаю чего еще. У людей, принимающих решения, чтобы дать возможность, проститься с Алексеем Навальным. Я думаю, что не только в этот день, но и в последующие дни люди будут приходить и прощаться с Алексеем. Все, что было последние несколько дней, ляжет черным пятном на тех, кто не позволил сделать это по-человечески. Не с точки зрения морали, этики, веры, не с точки зрения человечности, совершенно никак нельзя объяснить, почему не дали возможность проститься.